Вторая декада апреля в Томской области будет холодная и с осадками, сообщают «Вести Томск» со ссылкой на начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлану Рюхтину. Середина месяца с точки зрения температуры окажется меньше стандартного показателя на 3-5 градусов. Колебания температуры от 0 до минус 16 ожидаются ночью, а по северу даже до минус 22 градусов. Дневная температура составит от 0 до минус 7, местами до минус 12 градусов. По словам синоптика, в большинстве дней второй декады апреля жители Томской области ждут осадки в виде снега и мокрого снега. Что касается погоды на Пасху, то по данным погодных агрегаторов, в Колпашевском районе в ночь на 16 апреля ожидается 10 градусов мороза, а днем минус 2. Возможен небольшой снег.